В заключительном туре групповой стадии Кубка России, пари Нижний Новгород играл в гостях против московского «Динамо». В этом матче победу одержали московские хозяева со счетом 2-1. В составе Новгорода единственный гол забил нападающий сборной Армении Эдгар Севикян, и гол этот получился нереально крутым. Эдгар сначала прокинул между ног Караскаля, а потом идеально пробил обводящим ударом неотразимо для вратаря. В этой игре Севикян был в стартовом составе и отыграл 60 минут. Для него это уже 7-й гол в сезоне, 3 из которых он забил в кубке. Нетрудно заметить, что у Эдгара главное качество – обыгрыш 1-1. И это у него получается прекрасно. Генеральный директор пари Нижний Новгород Давид Мелик-Гусейнов рассказал, как на полузащитнике нижегородцев Эдгаре Севикяне отразился вызов в сборную Армении. «Мы хорошо его встретили. Вернулся посвежевшим и возмужавшим. Поездка в сборную на нем хорошо сказалась». В конце августа Севикян отказался от приглашения в сборную России и принял решение выступать за Армению. 12 октября 22-летний футболист дебютировал за сборную Армении в матче отборочного турнира Евро-2024 против Латвии. 17 октября он сыграл в товарищеском матче армянской команды против Македонии. Главный тренер пари Нижний Новгород Сергей Юран поделился мнением о потенциале атакующего игрока своей команды Эдгара Севикяна. «Когда я закончил играть и начал тренерскую карьеру, начал замечать, как из молодого парня, который сверкнул в нескольких матчах, сразу звезду лепит. Я противник таких моментов, потому что в этом возрасте сложно реально смотреть на вещи. Когда о тебе начинают много говорить и писать, ты вольно или невольно держишь в голове мысль, что раз пишут, значит, ты уже все умеешь. Многих, кого хвалили, мы уже и вспомнить не сможем. Поэтому пока я работаю с Севикяном, буду держать этот процесс на контроле. Если надо, подскажу. А парень действительно талантливый, и хочется, чтобы он дошел до по-настоящему высокого уровня. Процентов 30-35 своего потенциала он еще не раскрыл. И прибавит, если голова будет на месте. Ведущие клубы Европы для него достижимы. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, 'cause society's a myth, put there to make you